Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в Space Engineers. И сегодняшняя серия у нас, скорее всего, будет заключительная, потому что, ну, будем испытывать, сколько волн мы можем простоять. Я там спросил, написал комментарии, сколько вообще волн в этой, в этом сценарии. Вроде как пишут, что это как скрипт, и тут волн может быть бесконечное количество. Что там даже чувак проходил там и 100 волн, и 1000 волн на рекорд побил. Я не знаю, дотерплю ли я до такого, конечно же. Ну, во-первых, у меня тут есть косяк на корабле. Я за кадром пару волн пропустил. Так что извиняйте, если ошибаюсь, это будет 7-я волна. Где-то у меня есть сварщик, который нифига... он работает, но... он у меня не берет ресурсы. Скорее всего, я неправильно его расположил. Да нет, правильно. Странно, а почему тогда турельку не ремонтируют? У нас же тут все есть, стальные пластины, да, туда хрена всего. Магнит, пускай пока у нас... А, у нас есть как... и так крафтятся патроны. Это замечательно. В общем... ладно, давайте... Я не знаю, почему она не работает. На других турельках я проверял, работал, все нормально. Так, ну, давайте закроем, где тут у нас мостик был. Уже пофиг каким мостиком, пофиг каким цветом. О, сам себя спаял, молодец. Я вообще такой думаю, полететь за сварщиком, пока тут база будет обороняться, и... если что, помогать сварщикам. Только на него, конечно, будет ресурсы нагрузить. Так, а ну-ка вот ты. Вот, видите, она сразу чинится. Я вот не понимаю, почему там не чинится. Ну-ка, давай тебя еще. Тоже не хочет чиниться. Странно. И, в принципе, они у меня все расположены на одинаковом расстоянии. То есть... на один кубик. То есть, по идее, все нормально должно быть. Не понимаю, почему вот это должно чиниться, а вот это нифига. Давайте посмотрим. Ты будешь чиниться? Да, чинится. Вообще не понимаю. Ладно, хрен с ними, короче. Давайте слетаем. Что там, волна через минуту, да? Или уже подождать? Так, и давайте посмотрим, что тут у нас система конвейеров. Меня... все смущает. Вроде все у нас построено, все есть. Так, что там у нас нет? А, льда нету, да? Турель. Давайте ракету еще тоже доложим. Куда это все сложить? Ну, наше барахло, наверное. Сюда. Так, возьмем ракет. Блин, ну что, все забираем, что ли? Нет. Нежелательно, конечно. Да, 10 возьмем. А, в принципе, тут еще есть, да? Ладно, возьмем еще обычных патронов. Так, 97, да? 69. В принципе, у нас-то вообще не есть в наличии. Было очень дохренище. Че, нифига нет, что ли? Получается только 28, да? Ну ладно. Давайте штук 30 откинем. 26 секунд осталось для атаки. На, хавай, не хочешь? Вот, по идее, я должен сейчас ту турельку положить патроны. Ну, через контейнер. Ну, ложу сюда, в контейнер я боеприпасы. Они не хотят у нас перемещаться. А так хотят. Че, не понимаю. У нас же тут все везде включено. Можем турелька. Использовать...
Нет, не то. Гатлинг турель. Использовать конвейер должна быть тут кнопочка, что-то не могу найти. Переключить. Блок, блок. Ладно, в принципе, будем вручную. Так, что, уже все что ли? Охренеть, я даже не заметил, как эта волна прошла, ладно. Давайте подзарядимся. Нет, давайте немножко буром. Ну да, буром, добудем немножко льда, чтобы... Чтобы зарядиться кислородиком. Так вот. Так, только не улетай. Блин, может еще и бур сюда притащить? Хотя, в принципе, зачем? Спрашивается. Чтоб все раздолбали вот тут дроны. Дроны-камикадзе. Так. Опять-таки не пойму систему вот эту вот. Вот два контейнера рядом. Это ж контейнер? Нет? Генератор кислорода. Вот, два. Они соединены. Я ложу сюда лед. Почему лед не идет у нас в генератор? Вообще не понимаю. Так перемещается, а куда ты уходишь так быстро? Ну, типа, быстро зарядимся, да. Просто я не понимаю, куда, почему не работает система конвейеров у меня? Не автоматизировано. Так, а что если нажать, вот, переводится как send next wave, только отправить следующую волну или что-то в этом духе, ну-ка, что-то вообще в действии. Свет. Ну и предположим, а сейчас выключу свой. Волна 9 приближается. То есть я все-таки ускорил процесс волны. Блин, давайте попробуем, может, с истребителем что-нибудь собьем. Хоть постараемся, что ли. Так. Так, у нас все тут уже прям пожар. Что-то я вообще его не вижу, ну все тут уже, от него ничего не осталось. Маляр. Все, маляр отмучился. Так, вот еще какой-то маляр улетает. Так, у нас что-то с патронами подходит к концу. Ну, я думаю, все, он отстрелялся. Так, где я есть, где моя база? Ты отлетел. Давайте посмотрим, что там с кораблем. Что-то я смотрю, ему сейчас досталось нормально прям. Да, он не сгорит. Защищайте станцию. К нему он приближается или нет? Он вон завис, хрен знает где. Придется мне... Кстати, нет. Есть отличный вариант сейчас как раз таки отремонтировать. Все это барахло. Ну и ионики, ладно. Вот в такой ситуации нам, друзья, нужен реально сейчас сварщик. Что у меня... В инвентарь тут ничего не вылазит. Так, ладно, пойдемте сбьем этого долбанного дрона, который не хочет к нам лететь. Наверное, потому что я его покоцал немножко. Маляр. Все,
Все, готово. Так, уже 2 минуты нам дают, да? Прям жесть. Ладно, быстро возвращаюсь на базу и лечу за сварщиком. Так, ну загрузила, короче, наш сварщик. Сейчас я как раз лечу в момент нападения. Лишь бы нас не атаковали, ну нафиг. Как раз вон дроны. Ну они, по идее, должны сейчас туда лететь. Так, и у нас очень плохие тормоза, тем более мы еще груженные. Ну, вроде останавливаемся. Блин, дрон, пожалуйста, только не стреляй в меня. Не, походу не настроен на меня. Хотя расстояние уже почти километр. Так, и в момент, когда я сейчас собирал ресурсы на этот сварщик, прошла еще одна волна. Интересно, там живой ли мы вообще корабль? Так, тормози, 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 пожалуйста, тормози. Так, все, там вроде у нас осколки какие-то валяются. Может быть, это лед, конечно. Так, пушечки вон мои стреляют. Так, почините станции, постройте дополнительную защиту. Блин, да, да. Так, все, давайте чиним. Враг готовит следующую атаку. 2 минуты. Пускай готовит. Так, сзади меня что-то там, какой-то военный эскорт. Так, ну, в чем, собственно, дело? Так, все, починил, да? Давай теперь вот эту. Но на блоке, ну, нафиг, наверное, не чинить. Хотя, может быть, некоторые можно починить. Или даже желательно. Боже ты мой, у нас нет компьютеров. Это я точно помню, на той базе не было компьютеров. Сейчас придется тогда отсюда забрать. Так, свет включи. Что-то у нас еще говорит, вот. Друзья, вот эта серия либо будет очень длинной, либо мне просто как-то... ну, продержится несколько атак, еще может десяток. И, возможно, мы просто на ускоренной перемотке все это дело делать. Так, готово. Только нужен компьютер. Компьютер. Так, волна минута, да? Давайте сейчас быстренько сгоняю за компьютером. Сюда его точно брал очень много. Ну, 304, серьезно? Так, на тебе металлом за это. А, 702, отлично, есть все. А я уже хотел, думал, крафтить, что там у нас с производством. Давайте патроны еще, еще. Блин, надо было магний. А, да, надо было магний. Ля, вот был у нас в старой базе и не захватил магний. Ну, тут, в принципе, обрабатывается еще. Так, минута еще остается, нормально успеваем. Сейчас мы загрузим. На тебе. Думаю, почти 800 штук нам вполне хватит. Так, кто-то у нас не отремонтирован, а ты? Так, и где-то еще внизу. Блин, друзья, что-то я забыл. Какие? 15 секунд. Боже, это мой. Вроде бы вот этот внизу тут был поврежден. Слушай, тут, наверное, еще 1 миллиард движков надо поставить. Очень медлительный. Это у нас целенький. 0 секунд, ладно. Я пока что улечу отсюда. А то я сейчас под раздачу попаду. Так, турельки, только меня не стреляете. Да, походу я уже под раздачу и попадаю. Так, вы тут в тишине и в покое сидите, да? Волна 12. Так, вроде бы тоже отстояли. Слушайте, я вот теперь задумаюсь, может быть сейчас поспиливать у движки некоторые и на сварщик понаставить их.
то он совсем медлительный. Сколько тут гироскопов хотя бы? Хотя, мне надо, да, точно, несколько гироскопов поставить. Вот, он даже вообще раз и улетел в космос. О! Что это? Нифига себе, там тоже есть сооружение. Давайте тоже там достроим. Это я не знал. Так. Смотрим, какие у нас пушечки еще страдают. Это нормально. А, вот ты у нас не чинишься. Так, а ну-ка ты. Да, вот. Ну ты, по идее, у нас должна нормально работать, потому что сварщик у тебя работает. Да. В общем, в основном все вот эти турельки передние у нас получают. А, вот тут турели нету. А, сейчас этим займемся вопросом. Так, все нормально. Так, наверху нет турельки. Вообще. А, вот три, трех нету турелей даже. Так, ты как у нас поживаешь? Отлично. Тебя вроде чинил, но может быть ты опять... Нет, все нормально. Так, снова минута остается. Да, очень медлительный корабль, прям жесть. Ладно. Так, надо построить раз, два, три турельки. И на астероиде еще там тоже. Блин, вообще неуклюжая кляча у меня. Так, ну вы тут вообще не страдаете. В принципе, а чё я торможу-то? Ладно, сейчас волна пройдет. У меня же все ресурсы, компоненты есть, чтобы для постройки турельки. Сейчас я тут так аккуратненько припаркуюсь. Так, турель Гатлинга восьмерочка. Сейчас мы... Нет, вот такая турель. Сейчас возьмем, чтобы построить. Так, они сейчас уничтожат. Ладно. Продержимся немножко. Что-то ракеты молчат. Что, неужели у нас ракеты закончились? На-на! Опять пострадают те передние. Так, а ну-ка, что, действительно закончились, что ли? Да нет, все, есть 4, а всего 18, ну как бы есть, ну можно, конечно, еще сделать штук. У нас все вроде бы ресурсы есть, я не знаю, посмотрим. Сделаешь 10 штук. Так, железо, никель, кремний точно есть. Уран, платина, магний, все, отлично, делается. Да, бедная броня. Сюда, сюда. Так, ну офигеть, еще и тут посносили. Тут вообще надо сейчас... конвейер воткнуть. Блин, тут у меня пластина нужна. Слушай, надо переднюю часть прям вообще защитить. Так, тут у нас конвейер еще живой. Блин, а где это место? Да подождите, я дайте дострою. Волна, волна, блин. Так, еще надо несколько конвейеров. Блин, пластин не взял, блин. Ладно, минута у нас есть. Сейчас быстренько попытаюсь, быстренько, конечно, это запаять их.
Слушайте, на взлет прям он вообще ведет себя отлично. Скорее всего, там, да, у нас большие стоят ускорители. Так, быстрее, быстрее. Ну, вообще неуправляемо. Все, готово. 35 секунд. Так. Еще одна готова. Так, ну, патрошки у них, по идее, уже пошли. Ой, а до Тойнера хрен успею долететь. Так, у меня еще патронов нет, что я туда полетел-то? Ладно, прячусь. Волна 14. Все, тормози. Что-то мне, друзья, подсказывает, что скоро у меня закончатся патроны, и это будет очень печально. Отстояли, да? Ну, отстояли, это хорошо. Видите, у нас столько деталей ионного ускорителя. Так. Ракеты, сборщик. Сварщик и металлом валяется. Где-то... Да, друзья, у нас что-то беда прям. Пока что еще, слава богу, заряжено, но... Походу, у нас совсем все печально. Короче, делаем по максимуму, ну... Офигеть. Короче, походу, на этом моя волна позаканчивается. Так, нам по-любому надо взять сейчас боеприпасы, чтобы там на астероиде... Закинуть пулемет Гатлинга. Турель, точнее. Блин, сборщик. Ты куда их складываешь? Ты их автоматически, я знаю, складываешь сейчас. Блин. Ладно, 3 штуки взяли, пока что хватит. Так, ну эти пока целые у нас. Слушай, мне подсказывают, что на этом астероиде. Да, он что-то я там вижу. Да, тоже он, походу, приманка. Сейчас тогда и туда слетаем. Да, я тут сразу на большом контейнере. Готово. Сейчас я закину патронов. Ну, может, конечно, тут они есть. Ну да, в контейнере маленьком. Сейчас надо его тоже будет запилить. Блин, да еще конвейер. Слушай, а, нет, внутренние пластины я вроде бы брал. Так, отлично. Так, уже походу меня стреляет. Блин, точно, уже волна 15 приближается. Что там у нас? Ничего не повредили? Что-то повредили. Что там у него сзади было? Вон, нифига, тут ошметки полетели. Фух. Починить. А, нифига себе, так они меня взорвали, большой контейнер, да? Да вы что, издеваетесь, что ли? Они как будто знали, что это такой
прилетел, чтобы чинить все, и поэтому меня грохнули. Офигеть. И теперь я вовсе без ресурсов. Один металлолом. Жесть. Ну все. На этом, походу, и все. Нет, приманку нафиг ты делал сейчас. Что там у тебя с патронами? 3 штуки, все, да? Уже один. Еще в контейнере маленьком, в котором у меня нет ресурсов. Так, а что на этом устройке? На этом устройке уже, походу, снесли уже турель. Уже приманка, контейнеры. Батареи надо пилить. Пластина. Ну что, друзья, короче, осталось нам только ждать. Либо у нас закончатся патроны, либо кончатся ресурсы, либо кончатся турельки. Не знаю, может быть, сейчас я пойду там. У нас тут, слава богу, ресурсы есть. Запилю на тех астероидах все остальные сооружения. Конвейеры, там не конвейеры. Так, поставить на его турельку еще будет. Опять у нас куда-то делся весь кислород. Ну ладно, пока что у нас он есть. Так, ладно, пойду я заниматься делами. Друзья, встретимся тогда, наверное, через несколько волн. Ну что ж, 17-я волна. Так вот. Кого-то раздолбали. Это, походу, был... Это, да, это, походу, был дрон. Который умудрился даже до нас долететь. Да, ошметки летят. Как ни странно. Как ни странно, это целый, да? Странно вообще. Такое наблюдать. Ну, а вот наш корабль, нагибатор, конечно, страдает конкретно. Тут уже нету нескольких турелек. Смысл делать я уже не знаю. Ну, что там с вооружением-то? Так, на чем мы остановились? Так, все, ну, у нас закончились припасы. То есть, ну да, магний, походу, закончился. Никель. Скорее всего, магний закончился. Ну, в общем, я думаю, на этом сейчас ждать. И посмотреть, сколько, насколько протянет у нас на этот нагибатор. Так, тут я починил. Починил, и тут же... Да. Нашу турельку размотали. Так, а на этом астероиде? Ну, тут приманка. Ей досталась. А так? Ты уже все, да? Блин, у меня с собой тоже патронов нету. На тебе металлом. Ладно, давайте тогда ускорим процесс. Летят дроны. Спур. Голубой дрон. Майдей, как всегда. Волна 18. Офигеть, друзья, короче, это очень долго и нудно. Я тогда предлагаю просто подождать. Блин, либо... О, что-то полетело сюда. Ага, вот ошметки от дрона или от меня, не знаю. Точнее, от моего корабля. Хотя у меня таким цветом ничего тут нет. Давайте залезем в кабину, посмотрим, как там дела вообще. Сколько мне напишут поврежденных блоков. Наверное, там все, список не влезает. О, интересно, зарядиться немножко. Какой же ты долгий. У нас даже кислород кончается, да? 57. Ё-моё. Отличная работа. Ага, отличная. Да, список большой сварщик пострадал, вон и ускорители. Прям жесть.
Ресурсы-то, в принципе, да, железо у нас вообще дохренище. У нас, скорее всего, закончился никель. Нет, и никель, в принципе, это есть. Магний закончился. Странно, я столько магния брал. Да, вот, 0,23. Он, походу, весь обработался. Да, он базовый очиститель пустой. Магния нет. 10 тонн нам не хватило. Ну что ж, да-да, друзья, ждем. Я тогда... Не знаю, давайте тогда на ускоренной перемотке все это сделаем под какую-нибудь музычку. И будем просто наблюдать, как... Сколько волн мы будем терпеть. Друзья, походу меня хватило на 38 волн, так как у меня уже кончаются патроны. И самое интересное, почему-то меня пираты, вот эти дроны, не атакуют на вот этом маленьком корабле Fighter. Вообще, я удивился. Я летаю, они вообще меня не трогают, просто мимо пролетают. Странно, конечно. Ну, в смысле, когда я в нем лечу, меня стреляет. А когда я... выхожу с корабля, почему-то в него не стреляет, а именно в меня. Ну, в общем, какая-то интересная фигня. Еще я заметил, что тут у нас дроны летают на буре. И надо было, друзья, это снять. Летел дрон, у него вместо пулеметов были буры. Точнее, один бур, и пулеметов я там не видел. Вот это прикольные дроны. Летят на тебя с буром. Да, смешно, конечно. Это, походу, вот 39-я волна будет у меня последней. Если честно, я уже и забодался ждать вот это. То летать, то ждать. Помогать. У меня в этом файтере тоже, в принципе, патроны кончились. Ну, можно даже проверить. Вот сейчас полетим. Давайте куда-нибудь слетаем. Где-то вот... В какой стороне? Я помню, там дрон этот крутится. Вот, именно там и был дрон с буром. Вот, нифига себе. Так, тихо-тихо. Меня не трогайте, пожалуйста, пока. Так, крутящийся дрон. Нет, тут пушка я вижу. Это не помню, куда он. Где-то он стоит, он даже отмечен. Блин, тут хрен знает где, короче. Во! Задели меня немного. Так. Ну, давайте посмотрим. Он просто без метки, без радара. Блин, надо было все-таки записать вот это вот. Так, это у нас разрушено уже. Ну, походу... Да, вот этот дрон... этот, точнее, корабль... какой я напал...
Я кокпит себе, ну, под себя переделал, и туда же полетел дрон с буром. Это, кстати, не он. Но он вроде вращался. Поэтому, наверное, вряд ли. Так, вот кто-то еще. Так, это один коннектор какой-то летит вообще. С маячком. Так, все, тормози, тормози. Блин, походу... Он че, не он, не пойму. Просто я у него бур этот отбил. Нет, пулеметы есть. Че он тут стоит? Давайте тогда антенну отобьем. Чтобы он тут не маячил у нас. Так, у нас и патронов-то особо немного осталось. Так, ты там вообще на 7 километров от меня улетел? Ну, не вижу. Ну и ладно, хрен с ним, короче. Так, отлично, мы справились с волной. Не знаю как. Это астероид. А, походу он все-таки летел. Он просто вращался, как, знаете, вот нейтронная звезда, она так быстро вращается вокруг оси. Вот так и он. Я его сбил, он так начал вращаться, ну, постоянно мельтешил. Ладно, давайте на эту базу нашу летим. Где тут у нас Space Base? Посмотрим, что там с нашим нагибатором. Ну, нагибатор все равно выстоял нормально у нас. Почти, да не почти, 40 волн выдержал. Ну, он бы, может, еще больше выдержал, если бы больше было патронов. Так, это что там за метки там? Вот опять Малар. Крутится как... Юла, блин. Так, а ты вообще стоишь на месте, да? Голубой дрон МК-2. Ну, давайте к этому верчуну. Ворчун, вертун. Посмотрим, что он... Че он вращается-то? Зачем вращается? Так, 130 патронов. Так, отлично, сбили эту антенну. Давай тут посмотрим. Голубой дрон МК-2. Смотрите, начал сразу по дёру давать, короче. Все, антенну сбили. Ладно. Пойдемте посмотрим, что там у нас с кораблем. Так, все, патронов у нас нифига нету. Но волна через минуту. Так, тихо, 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 тихо. Смотри, да тут много еще турелек у нас активных. Ну, может быть, сейчас его перевернуть? Потому что у нас все вверху позбито. Может быть, еще несколько волн хватит. Да, давайте сейчас так и сделаем. Так, а он какой-то пират летит. Так, а тут что у нас? Просто кусок от дрона валяется. Ну, тут даже базу немножко изрядно потрепали. Так, ну, кислород пока есть. Давайте сейчас залезем, перевернем нашу станцию. Кстати, заодно покажу, что за скрипт я закачал пока что. Так, все, тихо, стой. Закачал, в общем, скрипт, называется радар или как-то там в этом духе. Если кто хочет, я выложу его в описании к видео. Так. Турретер Base Radar System. Он, в общем, короче, чем-то напоминает радар с игры Elite Dangerous. Сейчас вам покажу. Собственно, вот он и есть. Отображает наш радар, расстояние. И сейчас нам... Отличная работа, волна. Сейчас я вызову волну дронов. Давайте сейчас перейдем корабль. Так. У
Я так и думал, что мы врежемся. То есть вот так, чуть ниже. Я уже что-то запутался. Даже внутренняя турелька у нас пострадала. Так, сейчас я вызову волну дронов и посмотрим, как это работает. Она действительно, вот я как помню, играл в Elite Dangerous, вот то же самое, похоже вообще, радар один в один. Так. К этому по счету волна уже, блин, запутался. Сорок первое. Офигеть. Вот, сейчас дроны летят. На радаре должно быть их видно. Да, вот он. Одна метка. То есть видно хост. Поставил 3. Это получается врага нейтрал. Вон они. Ну, было бы офигенно, конечно, сделать. Че, уже справились? Нифига себе. Как-нибудь вот прям за рулем ты сидишь за штурвалом. И как-нибудь она впереди или где-нибудь снизу на полу расположить. Всего-навсего надо будет написать в текстовой панели на LSD-экране слово «радар», и он будет отображать у нас уже все. Всех врагов, там, нейтральных, там, друзей, не друзей. Так, чё? Как-то у нас быстро волна закончилась, офигеть. Ну ладно, давайте уже до последнего. Добивать так добивать. Ну не знаю, там вроде патронов у меня уже нифига нет. Защищайте станцию. Вон они летят. Надо же, еще справляется. Тихо, тихо. Вот так вот. Кусок дрона у меня полетел, убил. Походу, друзья, это наша последняя волна, 47-я. Смотрю, у меня турелька уже не стреляет, да? Они крутятся, но не стреляет. Жесть. Я вот не пойму, почему вот эта ракетница молчит. Ну, там у ней ракеты есть. Странно вообще. А, не стреляет. Ну, вращает свою тупую бошку и все. Ну, если я сейчас высунусь, меня грохнут же сразу. Ну, давайте. О-о-о-о! Дрон прям сюда заглядывает, ё-моё. Охренеть. Так, где я возник? Ну, опять здесь. Вот он, я тут валяюсь. Так, а где вторая бутылка? Блин, я тут застрял в текстурах. А кто меня, кстати, убил? Я тут даже пушки нет. Файтер, кстати, корабль еще этот, истребитель живой. Блин, 3 патрона, все. Теперь наш вход пойдет болгарка. Вон, а, это пушка уже, все. А, это, походу, моя пушка. Так, нам как-то надо отсюда выбраться и... Волна приближает, защищайте станцию. Так. Дроны. Смотри, кто-то стреляет. А, это дрон. Добивает мой корабль. Так. Ну, это понятно. Блин, столько ресурсов на корабле, ё-моё. Ничего не могу с этим сделать сейчас. Так. Ты тут крутишься, да? У тебя патроны вообще есть? Не, все, по нулям. Патронов у нас нет. Ракетница есть. Ракета, точнее. Где-то 4 патрона были. Турель Гатлинга. Ну, в принципе, все. Один металлолом.
Не, патроны кое-где есть, но надо чинить в турельке. Знать бы еще какие, где они находятся. Так. Меня шмаляют. Пытаются попасть. Волна приближается. Так она уже приблизилась, ё-моё. Так, ты горишь? Блин, прям в меня пули летят, ё-моё. Так, где эти дроны? Давайте на файтер сядем. Попробуем поубивать их. Вон, турель летит. Я его где-то здесь спрятал. Это, походу, сейчас единственный наш спаситель. Тихо, тихо. Так, у него самотряс тоже патронов практически нет. Где у тебя тут? Угу. А, блин, я ж тебе не взял патронов, блин. Все, и файтер тоже у нас пострадал. Так, добили, короче, всего меня, меня полностью разбили, полностью уничтожили. Хоть бери, может быть, попытаем счастье с болгаркой. Сейчас я. Так, не сюда. Странно, что не маяк еще не уничтожили. Да пролезь ты, блин, толстяк. О, патроны здесь есть. Ну, а толку нам уже не пригодятся. Я не знаю, куда их сувать. Даже не буду брать. Тут за барахло лишнее все у меня. Давайте болгарочкой, может быть, сейчас дрона этого зарежем. Нифига, он поливает. Так, там он еще какой-то дрон есть. Расстояние километр. Опачки. Ну, я как живая мишень. Ну, волна. То есть, получается, я что, отстоял тупую волну? Так, и какой там у нас счет? Тихо. Так, 2 секунды. 48. Друзья, ну, все. Летят куча дронов. У меня нет ни патронов, ни кораблей. Все разбито, все уничтожено. Короче, все. Это последняя волна, 48-я. Если даже они просто тут будут летать, стрелять. Не знаю, я, наверное, спилю отсюда маяк и нафиг свалю. Геть. Куча дронов. Так, смотри, сзади тоже где-то. Вызвал где-то за. Вот это не пойму, что за комната такая, раз, и мы переворачиваемся. Может быть, это комната спасения, где мы можем спрятаться. Тихо, тихо. Офигеть. Защищайте станцию болгаркой. О, все. У нас инструмент для выживания тоже сдох. Ладно, чё, тогда... Нифига, они как комаров налетело. В общем, друзья, на этом все. На этом мы завершаем сценарий. Короче, все, мы продержались 48 волн. Естественно, если бы я собирался бы... Мы могли собираться еще дольше. Я мог бы построить корабль из тяжелой брони. Мог взять с собой больше магния, мог, можно миллион всяких еще задумок было задействовать для прохождения этого сценария. Вот, ну я решил вот таким небольшим способом, потому что я уже так 13 или сколько-то серии у меня ушло только на подготовку корабля, чтобы защитить эту базу.
Вот, поэтому, ну, я думаю, хватит. Некоторые игроки там ставили рекорды и на 100 волн проходили, и на 1000, как пишут. Ну, мы ограничимся 48. Так, попробую сейчас пилить. Оборона сломлена, все, мы сдохли. Гудбот, провал. Ну, провал, не провал. А, мы оказались на корабле, да? Во! Да, теперь бы отсюда еще убраться. По-хорошему. Так, что с фонарем-то? Офигеть, кабина уничтожена. Так, дайте мне отсюда выйти, пожалуйста, дрончики. Я просто хочу на базочку свою старую вернуться, никого не буду трогать. А вы добивайте тут. Турельки еще крутятся. Ну давай, давай, давай. Улетаем. На, не туда лечу. Ой. Все, ладно, короче, летим на старую базу. Наконец-таки я прибыл. Единственное место, где царит спокойствие и тишина. Где меня никто не трогает, где стоит мой родной корабль, который ждет дальнейших приключений. Где у меня сидит Бур. К сожалению, потеряли мы еще резак, сборщик, сварщик. В общем, как я и высказался, друзья, мы закончили 48-й волне. Я думаю, этого хватит вполне. Потому что терпеть 1000 волн я точно не собирался бы. Это было жестоко, и рекорд я не собираюсь никакой там бить. В общем, всем спасибо, кто поддерживал меня лайками данного сезона Space Engineers. Надеюсь, и дальше вас буду радовать следующими прохождениями. Пока что я не знаю, чего там дальше проходить, какой сценарий, либо просто выживание. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.